Привет, привет, привет. Ой, минус суши. Понимаю, понимаю, но что поделать? Здорово, 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 привет, друзья. Я уже разучился транслировать, ведь целых два дня мы с вами не виделись. Один, два, посчитал. Кстати, сегодняшний день начался с хороших новостей. Едут обратно к нам, ручки золотые-то едут. Скоро будем опять жить, поживать, да добра наживать. Надеюсь, что доедут, собственно. Посылаю все возможные лучи, удачи, фортуны, чтобы все прошло хорошо. Так что немножко еще подождать и будем чилить. F-Last-H, спасибо большое за 16-й месяц. Виртуальных гусей тебе побольше. В конце концов, ну я же настоящий. Откуда может быть у настоящего орка столько гусей? Короче, мы сегодня с вами собрались не просто так. Не просто так. Мы с вами собрались для двух важнейших событий. Итак, первое из событий легко заспойлерить тем, кто смотрел наш предыдущий стрим, который был по Клюквенной пятнице. Еще, кстати, видос вышел вчера, вот. Но на выходных мы с вами не виделись. Хотя должны были увидеть в воскресенье, но вы поймете, потом вы поймете, почему мы не увиделись в воскресенье. Короче, Кузя Кэт, благодарю за 8-й месяц. Спасибо. Сегодня у нас стрим делится на две части. Сперва мы проведем, так сказать, кукинг-стрим, настоящий, практически реалистичнейший в моем исполнении в игре Cooking Simulator VR. Опа! Спойлер! И, наконец, в 18:00 по Москве мы проведем ту самую плохую концовку. Она возвращается, вот. Соберемся с господином Шепроте, с Хаймой и обсудим крутые, актуальные или не очень актуальные темы. Так, собственно, да, я заспойлерил нововведение очередное, потому что, ну, стрим орка в 2021 году без каких-то новинок, даже не зовите меня. Короче, нововведение, как вы поняли, VR, который я приобрел, собственно, в честь того, что мы взяли сабгол с вами на прошлом стриме. Я долго думал, изучал, пытался разобраться в том, что мне стоит брать, чтобы не облажаться, не быть лохом, и в итоге что-то довзял. Это мы еще обсудим. Но теперь у нас с вами расширились горизонты возможного контента. Теперь мы больше не будем, как тогда, когда вышла Half-Life Alyx, сидеть играть в Half-Life 2. Игра 2004-го, зачем она нам? Теперь мы будем, если вдруг в этом мире будут VR-эксклюзивы, помимо игры, которая 2 года назад вышла, то мы... Лучше бы сабдей провел. Все, мистер Нян испортил мне настроение. Так, где тут выключить стрим? Ну что, друзья, вот не стыдно? Лучше бы я стрим провел. А я тебе скажу сейчас, что лучше бы кто-то сделал. А? Вот так вот. Короче, Еван Хелм, спасибо большое за 10-й месяц. Орк, ты лучший аниматор Твича. Всегда потрясающие стримы и ролики. Нет, ну тут надо отдавать респекты Витсу. Конечно же. Форкитон, спасибо за тир 2. Форкитон, благодарю за 20-й, тоже тир 2. И Фокин Канистер, 12-й месяц у нас. Короче, вот, смотрите. Сейчас я возьму и надену... Ой, и надену этот шлем. Хоп! А? Жесть! Теперь вообще ни хрена не видно. Короче, будем теперь периодически с вами играть в VR. Все выходные я потратил на то, чтобы понять VR, привыкнуть к VR. И самое главное, что до сих пор не решено идеально, как же стримить VR. Это просто геморрой века, так сказать. И просто...
Ну, ужасно, ужасно сложно это все организовать, я вам так скажу. Я даже готов понять, почему какие-то стримеры в этом мире не горят желанием, возможно, стримить VR. Потому что это и правда гемор определенный. И я решил наш гемор определенными костылями, которые вы тоже увидите сегодня. У нас будет несколько костылей. Вот. Ну и плюс поделюсь с вами потихонечку своими ощущениями, потому что для меня это вообще новый экспириенс. Ни разу в жизни до этих выходных не надевал ни одного VR-шлема, поэтому у меня был целый ворох эмоций, так сказать. То есть я видос монтировал в одно время, в другое настраивал VR. И я бы запустился в воскресенье, если бы опять не выскочили проблемы со стримингом VR. А они есть. Вернее, есть их методы решения, но... Короче, VR — это одни костыли сплошные, одни костыли. Главное, стеклянные столы рядом не ставить, а то костыли будут реальны. Главное, да. Я не знаю, Cooking Simulator VR — одна из лучших игр, оптимизированных для VR, я вам так скажу. Я пощелкал некоторые проекты на выходных. И я вам скажу, в Cooking Simulator почти все удобно и все сделано гениально, чтобы это было классно стримить. То есть по сравнению со Skyrim каким-то VR, Fallout 4 VR. Я понимаю, что это игры не совсем для VR изначально, но они так или иначе портированы были. Вот. По сравнению с ними, Cooking Simulator просто благодать. Я готов ему 10 из 10 поставить, несмотря на то, что играл 10 минут примерно. Орг, будь осторожен, VR МПО поначалу может сильно укачивать и тошнить. Если плохо будет, сразу снимай. Я вчера... Блин, на самом деле я подумал, что нам с вами обязательно надо будет Skyrim постримить. Потому что я вчера запустил, я столько багов в жизни не видел. Это просто жесть. Я не знаю, то ли это VR-версия так глючит, но там такие баги, это просто там и проблеваться можно, и что угодно сделать, потому что там постоянно вот так вот тебя колбасит. Лерри Тей, спасибо большое за рейд. Внезапно. И приятно, что самое главное. Вот. Так что там столько багов. Я в жизни в Скайриме столько багов не видел. Я где я только не играл в Скайрим, понимаете? Нигде так и не прошел Скайрим. Каждый раз забрасываю, но возможно... Возможно, теперь пройду. Только модов надо навернуть крутых. NHA Fox, спасибо еще за 10 подарочных. Ну что, ребят, ладно, у нас времени не так много, потому что в 18.00 идем в плохую концовку. Сейчас еще надо будет все это заставить работать, так что сейчас я на некоторое время прервусь и надену все это, подготовлю и запущу вам. То есть, смотрите, первый костыль, который точно вам бросится в глаза, значит, я надеваю шлем, да? Но вам может показаться, что я перестал разговаривать ртом, понимаете? Вам может показаться такое. И чтобы вам это не показалось, NHA Fox, спасибо еще за 10. Чтобы вам это не показалось, я сделаю вот так. Сейчас как бы время, сами понимаете, такое неспокойное. Вот надо носить маску, держать социальную дистанцию и, соответственно, быть готовым. Так что сейчас я тут все быстро надену, попробую и сейчас к вам вернусь. Привет, привет. Не переживайте, что звук ушел, скоро вернется.
одним больше, одним меньше. Сейчас, друзья, еще чуточку. Все. Одним больше, одним меньше. Так. Я бы хотел... А, все, сейчас все будет. Так, предчат. Сейчас вас пока не вижу. Опа. Так. Сейчас, одну секунду, у меня тут. О. Так, ну что, привет. Все нормально видно, все нормально слышно. Только слабой силой воли спички подымать. Женский, понятно. Орк, щелкни в Oculus Mirror и поставь стабилизацию, это важно, я ща блевану. У меня не Oculus Mirror шпрот. Нет у меня никакой стабилизации. Не блюй, пожалуйста. Так, короче, ладно. Она недоступна на русском, так что будем играть на английском, потому что это специальная VR-версия. Короче, смотрите. Объясняю, что... Ё-моё! Почему руки нормальные? Почему руки не зеленые? Ну, короче, если вас тошнит, то блюйте на меня. На меня блюйте по полной, вот. Вот, я вам подставляю руки, блюйте сюда. Вот, сюда, пожалуйста, сюда, блюйте.
Дело в том, что я не знаю пока, как лучше стримить. Дело в том, что у меня слишком много костылей на данный момент. И как вы видите, изображение на экране слегка квадратное. Потому что дело в том, что VR, как вы понимаете, на каждый глаз идет квадратное изображение. И я могу вам вывести либо свой правый глаз, либо свой левый глаз. Сделать какую-то из них широкую версию. По крайней мере, я не понял, как. Я уже пробовал несколько вариантов, там программку Leaf и т.д., но, к сожалению, никаких результатов оно не дало. Что ж так картинку трясет? Ты точно что-то не настроил? У других так не дрожит. Это странно. Еще фризы. Так, ну понятно, вам, как всегда, все не нравится. Да в смысле, что там где трясется? Я же проверял. Так, я пошел смотреть. Вы не представите, как мне это проблематично. Ну, можем с вами порыться в настройках, попробовать, я просто не знаю. Так. Если вы увидите какую-то стабилизацию. Качество, рендеринг. Я просто не знаю, куда чат даже смотреть. Где это может быть, потому что у меня нет такой опции. Стрим настроек. Ну, я же говорю, сегодня тестовый стрим по большей части, просто чтобы понять, что не так по сути своей. И как мне лучше это организовать. Потому что, например, чат вывести я смог вывести так, как в «Детях-шпионах» заценить. Привет, чат! Привет, чат! Респект, чат! Пальчики. Это я не делал, это выскочил палец средний сам. Я тут ни при чем. Так, есть несколько потенциально возможных проблем. Как вы вот, наверное, сейчас обнаружили, что-то где-то трясется. Это проблема. Далее, что еще? Еще, возможно, будут фризы и FPS низкий. Это тоже возможно, потому что... Надо подбирать оптимальные настройки. Так, а что мы делаем вообще? Я менеджер этого места. Я покажу вам все. И как с тобой пообщаться, прекрасный менеджер. Но прежде чем мы начнем, три важные вещи вам нужно знать. Первое. Во время этого туториала вы сможете смотреть ваши задания внизу в левом нижнем. Так. Во-вторых, вы можете свернуть их и, ну, и обратно, в общем, развернуть, нажав на их. Третье, он сохраняется автоматически, этот туториал. Опять орчи лучше меня руками орудуют на индексовских контроллерах. Да я не я. У меня мало опыта, чат. Видите, вот он не всегда улавливает прям хорошо. Но улавливает, короче, можно беседовать. Так, ладно, нет времени тут передыхать. Вам нужно утенсис, найди тейбл и, пожалуйста, ткни его, чтобы купить блендер. Так, мне надо купить блендер. Найдите стол. Ну, я так понимаю, вот этот стол, который компьютерный стол. Я, короче, буду так перемещаться, хотя не то, чтобы я, знаете, от этого себя прекрасно ощущаю. Это индекс же. Короче... Моя связка такова сейчас. Руки я взял от индекса, потому что это, ну, как вы видите, того стоит. Башка у меня HTC Vive Pro 2. Вот. Такой я сделал комплект, потому что, ну, Valve Index стоит сейчас в России столько же, сколько, блин, новый шлем этого года. Это старый шлем двухлетней давности, новый шлем этого года. Собственно, что лучше взять? Мне кажется, лучше взять этот шлем. Так, значит, Pro 2, нифига себе мажор. Ну, наш сабгол, да, не покрыл эти расходы ни капли, вот, но немножко все равно помог. Поэтому спасибо большое всем, кто вложился в наш сабгол. Я выбирал, я думал себе взять Oculus Quest 2, смотрел этот HP Reverb G2. Ну, потом я понял, что живем один раз.
если уж я разочаруюсь в VR, то по полной. Но пока вроде не разочаровался. То есть я зря все расписывал? Нет, не зря. Я прошел все стадии. Так, найдите... Сейчас здесь, короче, смотрите. Надо наклониться. Взять мышку и... А, нет, или нам сюда надо. Короче, я научился притягивать, смотрите. Ха! Вперед, паутина! А, утенсилс. Блендер. Нам нужен блендер. Купите блендер. Я купил блендер. Я не вижу донатов вообще, поэтому простите меня. Так. Стримы и подкасты. Спасибо большое. VR будут. Я думаю, рано или поздно все самое такое значимое, важное VR будет. Но сперва надо определиться, как его стримить, как сделать так, чтобы не штормило вас. Так, купите блендер, положите его. Он прилип, не обращая внимания. Купите бейк, трей, биг. Вот это вы что, издеваетесь? Одним больше, сейчас. Одним я умею меньше. Притягивать, как Человек-паук. Смотрите. Оп! Да блин. Сейчас. Это не так легко. Ладно, возьму его просто со стола. Достал. Так, я, если честно, даже вообще не представляю, как у вас выглядит сейчас стрим. Димоще, спасибо за 70-й месяц. Так, бейк трей. Купить. Есть. Да, хватит мне. Бигпот. Две штуки нам потребуется. Так, бигпот. Раз. Прилипают тут. Два. Так, каттингборд. Раз. Сейчас. Опа. Ножик. Опа. Пан. Опа. Прекрасно. И спатула некая нам еще нужна. Ага. Все. Good job. Меня похвалили. Чат, а вы меня хвалите? Так, кто-то, кого-то тошнит. Выглядит ужасно. Спасает только то, что я не смотрю, а слушаю. Спасибо большое, ребят. Спасибо. Очень подбадривает. Знаете, лучше не дать никакого полезного совета. Да в смысле, а как должно, по-вашему, вы хоть один стрим по VR видели, они все трясутся. Я что, виноват, что трясется? Как я? Вот, я могу трясти. Это все, что я могу. Если вы знаете решение, напишите, пожалуйста, решение. Если вы не знаете решение, я ничего все равно не смогу сейчас исправить. Я не знаю, где есть какая-то... Сколько FPS у тебя в игре? 74, показывает мне мой оверлей. Мы с вами уже 12 минут в VR. В настройках, посмотри. Пункт камера. В каких настройках? В настройках чего? Шпрот победил тряску в VR вроде. Но у нас разные со Шпротом шлем, поэтому мне его советы не очень помогут, потому что у меня нету Oculus Link'а никакого. У меня есть только Steam VR и HTC-шное приложение. В HTC-шном точно нет никаких стабилизаций. Так, мы все купили. Теперь нужен менеджер рецептов. Где? Left side menu. А, господи, кто тут? Да, дерьмо. Навалило. Так. Все, нам нужна мышка. Так, менеджер рецептов. Так, что нам надо купить? Baked throat. Хорошо, купил. Это купил. Нет, не купил. Это купил. Все. Этого должно быть достаточно. Ну что, Орк, и тебе надо сейчас провести рубрику. Поясняю за шмот. Может быть, шпрот просто головой более плавно крутит? Я не кручу никак головой. Она у меня плюс, минус.
ровно. Я могу еще сильнее затянуть вам шлем, чтобы вообще минимально какие-то вибрации были. Посуду-то зачем разбрасывать? Согласен. Так. Что еще раз? Так, посмотрим, значит, приборы, грубо говоря, рецепты. Ах, да, нам нужны специи. Черт, бери. Ах, надо развернуться. Как-то тут можно было пригнуться. Оп! Все. Гениально. Снимай полотенце. Так. Спасибо большое, комбинатор. Кто же еще может написать про «снимай полотенце»? Так, купите соль в разделе специй. И купил. Соль. Господи. Все, соль работает. Так. Мы все купили, короче. Ну да, все сейчас специи купим. Блин, какой неудобный магазин. Здесь по одной штуке покупать. Это, конечно, не дело. Но знаете, это все равно работает, например, так же, как Epic Game Store. То есть, что там нет корзины, что здесь нет корзины. Так что это Epic Game Store от мира, конечно, происходящих вещей. А что Орчи в маске? Да, такое. Смотрите, это донат. Игра года. Орк, да. Я купил iPad. Знаешь, как классно теперь смотреть тебя и играть параллельно. Топ. Да. Так и не поздоровался. Спасибо большое. Привет. Я не знаю, кто ты. Я не вижу тебя. Но спасибо большое. Я думаю, потом я на чат себе выведу оповещение о донейшнах. Так, да ё-моё. Господи, провода повсюду. Так, теперь нам нужны жидкости. Значит, понятно. Да, господи, как я должен все... Пока просто будем складировать. Потому что это, конечно, да, это должно быть на полках, но... Извините, я повар. Это мой первый кукинг-стрим. Аккуратней. Настоящий. Мы почти закончили. О! Так, ладно, я сделала свою часть. Давай теперь посмотрим, как ты делаешь свою. Надо обслужить человека бейкотроутом. А, вернее, ее обслужить. Я тебе дам рейтинг, не переживай. Я попрошу друга тебя провести сквозь процесс. О, отлично, нам нужна троут. Давай найдем холодильник, да? Да, мой повелитель, мы сейчас все найдем. Так, ППСов уже меньше с нами, конечно, становится. Орк не видит чат, можно без причины. Все я вижу. И вы видите, как я вижу чат. Так. Сейчас. Тише. Тише. Теперь. У меня там провод. Все, открыли. Так. Берем Троут. Вот он. Привет, я Троут. Сегодня мы будем меня прожаривать. Ха-ха-ха. Ладно, и не для этого VR, конечно, покупал. Так, короче, троут есть. Дальше. Положите на доску, которую резать. Так, а ее надо найти, вон она. Так, смотрите. Лети вперед, паутина. Как там было? Во. Хоп! Гениально. Все сделано для VR-удобства. Так. Положили. Так, хорошо, хорошо. Теперь положите рыбу на доску. Положили. Так, он... рецепт требует черный перец. В общем... Короче, приправы надо вот эти взять. Ох, как бы мне их взять. Я могу по две таскать. О, так, аккуратно. Все. И вот ту осталось взять. Да, конечно, немножко надо привыкать к перемещению в VR, которое происходит не твоими ногами. Это такое странное чувство. Но
по крайней мере, я уже гораздо скилловее, чем был бы, если в первый раз тут запустил. Так, возьмите контейнер для специй. Да? Еще один грязный донат. И потрясите его, чтобы начать. Привет. Круто, круто. Пользуюсь твоим беспомощным. Спасибо большое. Хочу сказать, что ты. Кто, кто, огурец. Кто? Огурец. Спасибо большое. Ну что ж. Не огурец. Ну, спасибо большое. Еще не 18. Да. Ой. Так. Короче, я пока иногда рефлекторно начинаю сам поворачиваться в пространстве, и в итоге я совершенно не в той точке буду находиться, чем должен находиться. Так, короче, все, солим, перчим, да? 5 грамм. Ах, твою мать. Не поваляешь, не поешь, да? Так. Теперь максимальный реализм, смотрите. Пацаны, смотрите, опа. Донат схватил. Такое вы видели? Опа. Это не донаты. Спасибо. В твоей голове это мы. Твоя Оп, семья. 5 и штук. Мы очень ждем. Когда ты вернешься к нам из комнаты. Я в виртуальной реальности, не трогайте меня, я в виртуальной реальности. Вернись к нам, Арчи, мы любим тебя. Чтобы вы понимали, надо эти чертовы контроллеры реально как будто ты берешь что-то сжимать пальцами. Так, 5 штук есть. Далее. Отлично. Теперь на бейкинг. Это то, что у меня к экрану прилипло, я понял. Короче, видимо, следующим саб-голом надо заряжать так сабов 1000, наверное, сразу. И хотя даже этого мало будет в нынешней это. Короче, 30-90 следующая наша цель. VR прожорливый оказался. Может, на все не хватать. Так. Но, поскольку... Поскольку я себя трезво оцениваю, то... Да, господи. То мы с вами не будем таким заниматься. Просто будем потихонечку откладывать и ждать, когда... Рука человека нереалистична. Будем потихонечку ждать, когда эти видеокарты будут стоить нормальное количество денег. Так, берем рыбу. Вы обращали внимание, что она головой туда-сюда наклоняет? Ой, орк, все трясется, как же так стримить-то можно? Можно. Так и нужно. Знаете, на самом деле я, возможно, со временем разочаруюсь в VR-стримах, если мы не починим все, что нужно починить. Но, тем не менее, самая разочаровывающая вещь в VR-стримах, это что, конечно, вам нельзя передать объем вот этот вот, который перед глазами. Теперь давайте положим в духовку. Давайте. Так. Оп. Это можно и одной рукой держать. Сейчас, а второй мы... Открываем и... О! О! Теперь закры... Закры... Да. О! Оп, и хопа ставим, а? Оп, считырил, а? Рыбу чуть не забрал из духовки, да? Ну так я же VR-читер, получается. Однажды он узнает, что в игре есть русский. Серьезно? А я в приседе, что ли, был? Да ну, знаете, хорошо, я себе немножко настроил. Где там русский, смотреть? Settings, General Language, есть. Ну кидайте ваши лулы, я посмотрю на этом. Кидайте, орите, орите с меня. Кидайте, кидайте, давайте, прям в лицо мне эти лулы. Да-да, все их посмотрю. Я укреплял просто... Это вы не поняли. Это просто познание английского. Так, мы оставляем на 90 секунд. У нас, кстати, есть часы с вами. Вот, можете посмотреть. Часы. Раз, два. Раз, два, три, четыре, Никак пять. Вы не задонатите. Зараза. Зараза.
Привет, Арчи. Привет. Смотрел твой видос и хочу спасибо. Сказать, ты видел новость о том, что в Геншин в следующем патче подвезут рыбалку? Да, видел. Я уже говорил, что это... Да! Что это хорошо! Да хватит! Что? Да ну иди! Так, откройся! Да. Сейчас. Геншин рыбалка. Так, я попробую приманить. Приманить рыбу. Горячо, 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 горячо. Все. Все, и выключим теперь. Да хватит, что? 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 Да а на пружинах, что ли? Раскройся. Все. Забираем противень. Кладем противень. Берем нашу рыбку замечательную. Нашу... она не дожарена. Ничего страшного. Так, мы оставляем. Нужен лимон, купите его. Нужен лимон. Лимон, лимон. А, это нам вот туда, скорее всего. К чудо-планшету. Короче, чудо-планшет надо бы поближе передвинуть. Хоп. Так. А, блин, лимон в морозилке. Тогда чудо-планшет пусть пока валяется. Вот. 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 Что-то, мне кажется, холодильник-то надо бы... Надо бы, наверное, закрывать. Фух, слушайте, прям... Прям... Фу! Физкультура прям. Это вам не ринг-фит, конечно. Рыба, а не медиум. Почему лимон в морозилке? Это не морозилка, это контейнер внизу. Потому что перевод говно. Это было играть на английском. Ну, чат, ну что такое? И шевелюрками вам в камеру. Разрежьте лимон ножом на 4 части. Этого я и ждал. Так, нож. Кстати. Блин. Я хотел ноже-подставку. Сейчас я заберу нож. Все, смотрите. Клятва на крови! Орк всех накорми! Идемте. Минус пальцы. Нет, я умею резать. Значит, смотрите. Сейчас я положу пока нож. Сейчас мы поставим ее ровно, чтобы мне было удобно. Вот, вот, вот так. Вот так. Я перфекционист. Вот так. А лимон мы поставим вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Мы поставим лимон. Теперь это... Не-не-не. Тихо, 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 тихо. Теперь возьмем нож и аккуратно на 4. Это подсказка. Аккуратно на 4. О! Аккуратно, аккуратно. Орк, это был я, Мэйбл. Я говорил про планшет. Наконец-то ВР. Когда Ё, на ноги прям. Ну вот вы издеваетесь. Привет! Что когда будет? Я прослушал, Мэйбл Дон. Это не байт на донат. Так, лимон есть. Дальше. Лимон на 4 части. Да-да-да, ты что, сбрендил? Алло! Работай давай! Что за ерунда? Вот тебе 4 части лимон. Ты сбрендил? Ты слепой? Ты этого не видишь? Это что, по-твоему, мои какие-то виртуальные... Так, порежьте лимон. Ну, что дальше-то? Порежьте лимон. Короче, я сам доготовлю. Так, кто лимон раскидал по кухне? Так, бла-бла-бла, приправа сушеный хрен. Положить на тарелку. Господи, серьезно? Это все надо на тарелку?
А, ну да, по-моему, так и надо было. Тарелочка. Оп. Форелечка. Так, форелечка. Так, сейчас. Ой, нет, отлипни. Оп. Да. Хоррор-стрим VR когда? А, хоррор-стрим VR никогда. Я вам так скажу, короче. Когда я впервые надел шлем, там запустилась Steam VR презентация, грубо говоря. Ну, я думаю, кто настраивал Steam VR, знает, что в ней происходит. Там, короче, такое белое пространство, да, в котором ты... И напротив тебя белый диван. И все, больше ничего нет. Такой огромный актовый зал. И вот я такой стою, в общем, в этом актовом зале. Все такое надеваю, там это смотрю, как работает и так далее. И тут, короче, справа, вот справа, прям справа, вот здесь, из ниоткуда вообще вылезает какой-то стол из пола. И с таким звуком, типа... Я чуть не обделался вообще. То есть, представляете, это мой первый VR-опыт. Я только очки надел, 5 секунд, и какой-то скример ворвался. И это они называют обучающим материалом. Это просто жесть какая-то. У меня сердце в пятки ушло на этом моменте, потому что это же говно объемное, да, но уже не такое двухмерное, на самом деле-то. Вот эта объемность, конечно, это все-таки непередаваемое ощущение, которое вот на стриме вам точно не смогу я передать. Пока не будут VR-зрители, которые будут смотреть VR-стрим, в VR-шлемах и так далее. Так, положить на тарелку 4 части лимона. Эть! Раз. Оп. Два. Оп. И эти возьмем двумя руками. Немножко, конечно, не гигиенично так, без перчаток, без всего, но мы готовим как для себя. У нас же не просто называется ресторан, типа уютно как дома. У нас реально как дома. Готовим голыми руками, грязными. Так, сушеный хрен. Так, что из этого сушеный хрен? Вот это сушеный хрен. Ну-ка. И правда, сушеный хрен. Лучший способ проверить. Спасибо большое. Ну, конечно, чтобы я посидел, я обосрусь сразу же. Это очень страшно. Я так рад, что у тебя появился VR. Ну что, теперь садгол на бал. Бал? Это опять из вашего этого, из Геншина. Там у меня уже Витц забрал 4-ю плойку, потому что Элой скоро появится. Так что готовимся к прибытию Элой. Всем приятно. Повара всегда и работают голыми руками, только мытыми. Не говорите это Роспотребнадзору. Лимон. Положить на тарелку. Все. Сейчас надо подхренить чуть-чуть. Ну и как я это должен делать? Вот так и... Блин, жесть. Я не обращал внимания, когда мы играли в 2D, как оно... Ну, короче, на плоском мониторе, да, старый наш опыт, я не обращал внимания, как оно перчится классно. Так. Слушайте, я даже ничего не разобью. Мне кажется, в таком режиме я более аккуратный. Ладно, это комнатное растение. Я не буду поднимать. Пусть растет. Легче. Не соврал про кукинг стрим. Да, я же вам обещал кукинг стрим. Значит, вот так будем делать. Гать. А. Давать. А. Все готово, готово, все, забирайте, все. Куда? Куда нажать? Чатик, вы не переживайте. Да. Орк так себе всегда готовит. Да нормально я все приготовил. Чего не так-то? Посмотрите. Смотрите на это блюдо. Осматривайте его со всех сторон. Вы видите? FPS, сушеный хрен на всем лице. Орк повар.
Что вы опять? Почему я не могу сдать? У меня что, игра зависла? Или... Ну, ладно, я понял. Да нет. Сейчас. Петрушку. Вот донат, мне надо рыбу. Посмотрите, я Все. Давай резик в ВР. Ага, да-да. Если честно, когда играл в резик 7, мне и так мерзко было. А вы еще хотите, чтобы я в VR это играл? Мне будет супер мерзко. Я в Skyrim, говорю, зашел. Там дракон объемный, представляете? Прилетает к вам на кассе такой огромный дракон, объемный с собакой, начинает дышать на тебя. Но ничто в этом мире, самый страшный хоррор для меня, это вот обучение SteamVR, когда ты впервые надеваешь шлем. Потому что эта хрень, это капец стрёмно, которая выныривает такая. Спасибо большое, кто у нас там подписался. Акс Аларти, спасибо большое. Так, ну я думаю, все, рыба... О боже, нет, только не это. Оп, вот так. Стоп, собака. Жесть, я прямо реально себя ощущаю, как на кухне. Ну-ка, долетит, не долетит? Да вот не научился я еще использовать так, просто, понимаете, в Half-Life... Важно, главное, все самое дорогое на мне сейчас. Что там упало, это кого вообще колышет. Короче, в Half-Life Alyx же придется гранаты кидать. О, так. О, наконец, видите, надо было запечь дальше. Half-Life Alyx был. Какой Half-Life Alyx? Наш первый VR-стрим. Еще и неудачный. Чё? Напечённая форель. Продался. Мы тебя поддержим, орк. Ну давай донат гол на резику ВР. Так, подождите, оценим. Вкус. Безупречно. Скорость. Уа. Общий счет. Лайк просто. Сейчас попробую сделать. Лайк. Вот. Нет, не этот палец. Лайк. А то с этим пальцем хороших жестов не бывает. Ну и чё? Всё? Я обучён, сенсей, на сегодня всё. Всё, прекрасно. Теперь будем... О, боже мой. Куда всё? Уходит. В конце каждого дня вы будете получать статистику. Жесть. Это что за помещение такое? У меня такого не было, когда мы играли в обычную версию. Расходы. Доход от... Сколько? Чего? 1100? Я потратил, 31 заработал. Вернее, общий доход 25. Доход от чаевых. Что, они что, вычитаются, что ли? 31 минус 6, это же плюс 6. 7, где мои деньги? Я не понял. Так, не очень удачно, конечно, бизнес идет. Ладно, выбираем перк. Помню первый стрим по кукинг-симулятору, это было великолепно. Знаете, на самом деле управлять мышкой в кукинг-симуляторе сложнее, чем в VR. То есть в VR вообще изи игра. Левый большой палец, чтобы ходить быстрее. Тарелки никогда не будут биться. Не-не-не. Верните деньги за заказ, полезные связи. Во! Ресторанный критик будет менее требователен. Конечно же, гости платят гораздо больше чаевых. Накита Кадзе, спасибо большое за переподписку. Вот. Больше ничего. Вот сейчас меня трясет. Алло! Жесть! Что происходит? А я знаю, что происходит. Опять глюки. О, все. Вроде отошло. Все, слава богу. Но сейчас и меня. Да первые все кукинг-стримы были просто невероятны. Я ржал до слез. Друг, бери нож в руки, чтобы быстрее ходить. Как Counter-Strike, давайте. Попробуем изобразить. Counter-Strike VR Edition.
Он еще вот так на него смотрит постоянно. Ой, вот этого в Counter-Strike VR не было. Так, у нас вообще-то есть работа. У пилота есть работа. О, почти. Давай сабгол на Ризик 7 VR. Ведь его нет в VR на ПК. Фитс отличный разводил его. А, понимаю, то есть его еще нет VR на ПК. Блин, это же PlayStation VR. То есть как бы... Короче, вот я вам сейчас попытаюсь описать главный, на мой взгляд, пока что недостаток VR, из-за которого даже Евротрак тяжело стримится. Короче, экраны VR, у меня как бы большой экран должен быть, он идеально передает детали, которые находятся вблизи. Но вот если смотреть куда-то туда, то там будет пиксельное месиво, как правило. Чем ты дальше от объекта, тем пиксельнее месиво. И это очень заметно, особенно в Евротреке, когда ты едешь и дорогу вперед смотришь. Ты смотришь в пиксельное месиво. Поэтому VR можно отчасти, VR Евротрек можно назвать симулятором вождения человека с близорукостью. Так, мне лень за тобой нагибаться, давай ты ко мне. Давай, хороший нож. Хороший нож, оп! Для Евротрак самое то. Но, да, все-таки по опыту, по эмоциям, конечно, тяжело что-то похожее найти. Поэтому лучше играть в Евротрак так. Но надо быть готовым к пиксельному месиву. Перки — это очень мощные. Да-да-да-да-да-да. Давай дальше. Я уже играл. А, что? Привет. Также взволнованы. Да-да-да-да-да. Все, давайте заказ первый. Подготовительная фаза. Менеджер навыка, да боже мой, зачем я это обучение начал? Я боялся, что я забуду все. Так. Мышки-то пользу. Менеджер навыков. Да-да-да-да-да-да-да. Спасибо. Дальше. Нужно использовать ноутбук. Кого? Алло, чат, нормально слышно, прием. Мор, какое у тебя зрение? Если плохое, то и VR нужно носить очки. Ну, не идеальное, но... Да, все я правильно надел. Я единственное только для шлема потом докуплю. Накладку получше, вот. То есть в целом я правильно... Правильно вижу, но пиксельное месиво вдалеке именно, вблизи его оно не чувствуется. А та рисовалка VR? Та рисовалка есть. Так, подготовительная фаза. Ну что тебе нужно-то от меня? Нужно использовать ноутбук. Какой ноутбук? У меня iMac здесь. А, список перков. Да-да-да, зачем ты меня учишь этому, если я только что сделал? Так, приступайте к работе. Привет, я вам понадоблюсь... Первый заказ. Стейк лосося с вареным картофелем. Найдите большую кастрюлю. Где-то она под столом. А, вот она. Оп. Фига. Вы можете захватить так кастрюль, такой хват сделать, а? Алло, прием. Взять попробуй Суперход VR. Ну, обязательно попробуем, да. Я думаю, мы все знаковые игры пройдем. И самое главное... Эхо нет. Нереалистично. И самое главное, конечно, мы пройдем Half-Life VR. Боже мой, как глубоко. Так. Оп. Ну, конечно, конечно. Как бутерброд падает маслом вниз. Смотрите. Смотрите. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Руки помыл, а? Смотрите, чат помыл. Ой, чат. Теперь у вас тоже будет чисто все. Так. Ах, твою мать. Давайте дольем. Вода 2 литра. А сколько мне литров воды надо? Добавьте соль. Да пошел ты, большая вода, 1 литр. Ладно, я выпью.
Все, все. Литр воды выпил. Теперь можно в нем варить. Кран перекрыл. Так, чего 20 грамм соли, да? 20 грамм, 20 грамм, 20. А у нас соль есть? Понятно. Там, типа, я иду такой, короче, оп, забрал соль. Я иду такой, короче, оп. Оп. И, пожалуйста. Сейчас. Сколько соли? 2 грамма. Жесть, как она распадается, да? Смотрите. Как хлопья снега. Так, 7, 8, 10. А почему смесь 1-2 литра? Слушайте, а там что, соль? А если вот так? Соль 17. Больше. 21. 21 это хорошо. Опа! Замечательно. Так, дальше. 2 картофелины. Не выпускаю кастрюлю из рук. Ты издеваешься? Ладно. Не то чтобы легко. Так. Как же теперь ее? Она же весит вообще-то. VR передает вес. Ха-ха, нет. Я, короче, такой эффект зловещей долины словил в VR, когда вот пробовал играть в Fallout 4. Там же, короче, начинается игра, что перед тобой стоит жена. Вот, в зеркале. И... Жена-то объемная, когда ты в VR, то есть не плоская на мониторе, а реально объемная. И я вот смотрю на это, и капец стрёмно стало просто. Она еще выглядит как какая-то такая восковая фигура, плюс такое ощущение, будто она пластмассовая, и внутри ничего нет, и при этом она что-то шевелится, что-то говорит. Вот, в общем, да ё-моё. 2 картофелины, да? В общем, такой экспириенс был интересный. Так что эффект зловещей долины, конечно, можно словить так. Поставить кастрюлю на плиту и варить картофель 120 секунд. Так, хорошо. Оп! Так, давайте. Оп! С двух рук. И попробуем понять, что не нужно. А, да, все верно. Так. Газа нет. О, есть, видите, вон он. Слушайте. Блин, жалко, тут нигде нет розеток. Я хотел проверить, как в VR работает запретное правило. Так, ну что, поехали, достаньте лосося из холодильника. Господи, поехали, а мы еще не закончили. Что из этого лосось? Оп. Пожалуйста. Все. Чуть шею не сломал. Орч, VR. Так, орка напугала жена. Стол. Какие тут хоррор-стрим. Жена, ну капец, она стоит такая объемная, прям втыкает в тебя, моргает. Короче, она выглядит, как будто манекен из пластика. Вот так воспринимается. Перед вами, прикиньте, стоит манекен из пластика, моргает и шевелится. Капец, стремнота. Положите рыбу на разделочную доску. Так. Приправьте ее солью и черным перцем. Сколько? Будешь потом также в Кодзиму играть. Кодзиму, а там есть VR-режим. Смотрите, какой проработанный лосось. Короче, грамм 5 сыпану. Должно хватить. 6 получилось. Ничего. Эта рыба должна быть соленой. Так, это перец... Ай! Это перец или шоколадные шарики Несквик? Вроде перец. Но с другой стороны и... На шоколадные шарики тоже похоже. Спасибо большое. Ох, ё-моё. Ой, ё-моё, Аксаларти, сколько сабов. Они у меня до сих пор прогружаются. Жесть, сколько их там. Так, ладно, придется подождать. Давайте покормим новых сабов. 100! Так по этому случаю... Сейчас, подождите, у меня как раз было. Так по этому случаю надо выпить. Ну что ж, Аксаратти,
Аксаларти, спасибо большое. Эту бутылку прекрасного туссенского вина мы открываем в честь этих 100 сабов, которых ты нам подарил. Спасибо тебе огромное. Итак, опа, и до дна. Хорошо, бодрит. Так, что? Это не бутылка туссенского вина. Так я и знал. Сейчас. Так, сковорода нам нужна была. Что вы опять? Оп! Все, смотрите. Чат на фоне сковороды, сковороды, как вам так? О, боже, о, чат, жесть. Вас ничего не берет. Теперь точно пора вливать. Да, до этого... Ой, блин, картох горит. На! Все, спасено. Так, пожалуйста. Сковороду теперь. Нечего за счет платить. Так, налейте на сковороду немного масла. Да, как раз туссенское вино. Боже мой. Жесть, не то подумаю. Так. А, там уже... Да в смысле, что так быстро-то? У нас нормально все подождут. 61 миллилитр. Ладно, сай... Да ну... Да сколько в тебе масла, я не понимаю. Все вроде выкинул. А то, понимаешь, мешают тут. Так, а как мне... А, вот подсолнечное масло. Так, лосось, лосось. Ой, чат, знаете, что в VR, возможно, сейчас покажу. Это просто жесть. Жарите стейк 60 секунд. Это просто жесть. Так, лопатка. Пойду за лопаткой. В VR, короче, вот что можно. Оп! Вот, смотрите. Можно будет сейчас подкидывать эту рыбу и переворачивать ее. Так, филе лосось. Сейчас, с одной стороны прожарится, мы такие. Опа! Че? А что он не жарится больше? Вингардиум левиос. О, пошло. Так. Как там наш лосось, да? Давайте. О, еще не прожарился. Оп, перевернули. Так, смотрите. Хоп! Оп! Можно чеканить, как в теннисе. Оп. А-а-а. Так, ладно, с этой стороны надо прожарить. Нет, вот с... Вот... Вот, вот с этой. Все. Плохая концовка. Так, у нас полчаса еще есть, прежде чем нам надо будет заканчивать VR-стрим. Первый VR-стрим, которому, видите, сколько подготовки надо. Это жесть. У меня что-то это... Головной микрофон, мои наушники вместо VR-наушников. Короче, целое дело. Так, жарьте стейк 60 секунд. Да понял я, давай. Ну чё ты душишь-то? Ну 60 секунд, ну уже на 2 минуты опаздываем. Какая разница? Чуть недоваренный стейк, это medium rare. Опа! Так, положить на тарелку стейка сёмки. Тарелку. На какую, блин? На тарелку, может, просто тарелка? Так, блин, провод от наушник. Так, оп. Горячо! Так, поставьте тарелку. А, подожди, тебе же картошка нужна еще. Сейчас. Это будет, конечно, непросто, но... Чуть-чуть переваренная. Тихо. Блин, надо было тарелку-то побольше брать. Это какая-то супер маленькая. Аккуратно. Оп. Пожалуйста, всего на 3 минуты опоздали. Так, стейк лосось. Пожалуйста, приятного аппетита! Вкус!
Что? Ты чё, охренел? Он мне поставил... Он мне не отлепляется, этот палец. Он мне поставил... Ладно. Во, он мне поставил... Короче, пошел он. Общий счет 3 звезды. Полный отстой. Ладно, надо было почитать его жалобы. Так. Что вы опять угораете там? Даже в школьной столовке презентабельнее блюдо выглядит. Вы что, с ума сошли? Отличные блюда. Сейчас мы сделаем следующий заказ. Шеф, поставьте тарелку. Да, дальше. Видите, что-то теряется. Что-то еще теряется. Этот VR еще и подглючить может. Нет времени отдыхать. Поступил следующий заказ. Томатный суп. Ну все, ну суп ты не испортишь. Большая кастрюля. Вон она! Вот же она! Сейчас. Оп! Где она? Нет, не во мне. Оп! Так. Ну, короче, фу! Ну, теперь чистая. Так, сюда. Соответственно. Оп! Хорошо. Что надо? Найдите и убедитесь, что она пустая. Пустая. 700 миллилитров. А, блин, здесь не надо воды. Так, а она пустая? Давайте ее все-таки всполоснем чуть-чуть. Заодно ручки быстро помою. Интересно, а можно губкой орудовать? Ну-ка. Ну, примерно так же уныло, как и в реальности мыть посуду. Да, не того ощущения ожидал от VR. Знаменитый переворот. Все, теперь она точно нормально пустая и мытая. Ставим ее. Далее. Куриный бульон. Не весь бульон. Сохраните остаток на потом. Да я отмеряю как нефиг. Ай. Ой, беспорядок. Не вижу беспорядок. Но эта игра, она создана про беспорядок. Что у нас тут? Предостережения какие. Питательная ценность. Где... Где это все? Ой. А там ничего нет, чат. Это все обман. Ладно, все, сейчас засыпем. Оп. Так. 700. 700. 2 миллилитра. 3. Фига. Вы замечали, какое у него интересное? Консистент. Так, я что-то очень медленно лью. Давайте 20, 100. Так, 600. 700. Все. Ух ты, моя кастрюлька. Ух. Бульон по рецепту приправить. Соль и черный перец 12 грамм. И молотый какой-то там. Так, соль. Соль 12 грамм. Так, перец. Ой. Сейчас я все сложу. Будет удобней. Будем с двух рук сразу. А, нет, подождите, мы и так можем с двух рук. Так, раз. Два. И давайте сейчас. Оп. И это македонская стрельба. Так, поехали. Опа! Ну, гений же. Аккуратно, я не брал эту кастрюлю. Ты чего творишь? Ты не твори такого. Хоп. Замечательно, великолепно. У нас, кстати, с вами чат скоро будет стрим по Crowfall. Как вы понимаете. Определен. Не VR Crowfall, обычного Crowfall. Так что, если у вас есть вопросы по Crowfall, я их расскажу. Сколько? 6, по-моему. 3, 4, 5, 6. Короче, Skyrim, когда я запустил, там мне выдали обучалку, как плавать в игре. Там что-то надо зажать и вот так вот, видимо, руками как-то перебирать, и тогда он плавает. Надо будет это попробовать. Пойдите с кастрюлей в кладовую, купите 8 помидоров. Боже мой. У меня нет кладовой. Аккуратно. Так, оп. Оп. Три.
Жесть, как же это реалистично. Я прям как будто готовлю. Только со мной чат. Это, я же говорю, настоящий кукинг-стрим. Я не понимаю, зачем вам еще какой-то нужен. Это максимальный кукинг-стрим из всех. Так, дальше. Пойдите с кастрюль. 8. 1, 2, 3, 4. Блин, 6. Сейчас вы такие, типа, будете писать 8 в скобочках 6 или 6 в скобочках 8. Типа, ну, стример опять не догадался. Слушайте, а там бульон-то хватает? Ну да, еще 700 миллилитров. Нам нужна луковица. Да ты издеваешься надо мной. Луковица. Это лук. Репчатый лук. Ты сам просил. Я реально как будто с близорукостью. Поставьте кастрюлю на плиту. О, у нас она как раз включена. Оп. Оп. Это нам не нужно. Это нам нужно. Кипятить нужно 60 секунд. Следите за временем. Блин, ладно. 17.35. Так, 33. Хорошо, что я поставил этот модуль, да? Отличный модуль. В «Ходячих мертвецах» самая топ-мили-боевка в VR. Луквица? Нет, лук. А правда, может, луквица? Так, прошло 20 секунд. В VR приходится ждать примерно так же, как и в реале. Жесть. Чем же зайдется, пока ждешь? Чат, что ли, читать? 72 FPS, ГПУ загружено на 75%, ЦПУ на VRAM на 98%. Как вам такое, Илона Маски? Еще 15 секунд. Вон же красный секундомер. Так у меня наручные часы, видите? Зачем мне еще что-то? И... 3, 2, и оп! Все. Выключить огонь или измельчить ингредиенты в сосуде. О, это я умею. Это нужно... Нужно взять блендер. Ну, этот. Ну, рэпер этот. Сейчас, как его... Потрясающий рубль. И... Видите? Да! Я просто не могу развернуть. Симулятор War VR будет. War, а Sif VR. Ну, я купил комплект сразу. Кукинг. Короче, еще одну штуку вам расскажу про VR. Дело в том, что все игры, которые у вас уже куплены, на VR надо покупать отдельно. Представляете? Вот. То есть, Skyrim у вас есть? Купи Skyrim. Я купил еще один Skyrim, представляете? Skyrim. Опять Тодд Говард развел меня на Skyrim. Fallout у вас есть? Купите Fallout. Cooking Simulator у вас есть? Купите Cooking Simulator. Орг залип. Шо? Шо? Кто? Что? Кто? Я здесь? Чат. Алло. Вы меня слышите? Сейчас крышечку сюда же бросим. Тело. Какая моделька? Вебка, вы хотите сказать? Так, сейчас я только закончу заказ. И все. Сейчас. Тогда давайте чинить.
Ну чё, ладно, короче, потерпите тогда минуток 20. Потому что у нас скоро все равно концовка, даже меньше, чем 20. Надо еще созвониться, все настроить, поэтому я решу проблему. Мне очень тяжело решать проблем, когда на мне эта хрень. Поэтому вот, ничего я сделать не могу пока нормально. Возьмите миску и поставьте ее на стойку. Миска, стойка, миска. Это миска? Это глубокая, глубокая тарелка. Так, сейчас будем наливать борщ. Для этого нужен половник, да? Возьмите кастрюлю и направьте на миску. Еще сбрендил? Какую миску? Смесь. В глубокая тарелка простота. Короче, с ума сошел этот ваш VR. Так, я пойду куплю себе. Не знаю, кстати, почему, но игра стала плавнее идти. Я не знаю, что там произошло. Почему вдруг орк перестал шевелиться. Так, а где я оставил чудо-айпад? Все, все остальное нормально. Орк, где ты? Я вернусь. Возвращение орка скоро. Так, утварь. Дуршлаг. Нет, нам нужен поварёшка 150. Опа! Жесть! Ну и доставка. Спасибо большое этому сервису. Итак, сейчас я попробую сам его долить. Так. Опа! Набрал. И... Ну, 20 миллилитров где-то вот туда, между кастрюлей и этим. Оп, набрал. Теперь я понимаю, почему эти комфорки постоянно запачкаются. Так. Сметана X миллилитров. Да какой X? Ай, что это значит вообще? X, сколько тебе надо? Пришел математик в ресторан, да? Здравствуйте, мне, пожалуйста, борща X миллилитров, где X находится в промежутке от 300 миллилитров до 450, не включительно. Вот, пожалуйста, круглые скобки. Все-таки, конечно, конечно. Да чел, что тебе надо? Забери суп свой. Сколько тебе нужно супа? Сейчас не получится прям тарелкой. Так. А где? А, во. А как я так должен, по-твоему? Короче, я ему полную тарелку этого барахла наберу, а там пусть сам. Он уже решает, надо ему это, не надо. X это или Y. Все, ну что вам? Ну оно уж через края льется. Ну камон, ребят. Возьмите, пожалуйста. А, надо было поставить ровно на... Больше. JMS. Спасибо большое, друг. Ладно, 15 респект, в смысле мир. Люблю тебя, зеленый. Спасибо большое. Тебя полностью. Что? А чё я ничего сдать-то не могу? Бля, пацаны, я... Пора подать блюдо, вы знаете, что делать. Да я... На Skyrim по-хорошему надо ставить мод X, чтобы игра хоть немного приемлемой в рамках VR была. Спасибо большое. Вот видите иногда, что происходит? Ой. Ой. Что происходит? Запеченная форель. Какая форель? Короче... Ай, блин, я ему борщ дал! Ну, 5 звезд зато за скорость. Жесть, вся слава ушла. Черт. Ваша запеченная форель возьмите, пожалуйста. Ой, ладно. 17:44, еще минуток. 5 посидим, надо будет уже уходить из этого чуда VR. Но мы потом пройдем какой-нибудь. Я просто этот стрим, чтобы собрать фидбэк, так сказать, понять, вот, например, почему сейчас отвалилась вебка и так далее. То есть... Так, можно, пожалуйста? Иди отсюда. Нужно понять, что не так, чтобы я к следующему стриму все исправил, попробовал разобраться, как починить тряску, но я... Но дело в том, что у...
У всех тряска. Ты когда в VR, тебе эту тряску мозг как бы сглаживает. Внутренний стабилизатор. А на видео ни хрена такого нет, поэтому на видео все трясется. Это как возьмите телефон и запишите без стабилизатора программного, запишите видос. Он тоже будет трястись, хотя вы же смотрите то же самое глазами, и у вас все ровно, четко. То, что у нас также трясется башка. Вернее, шея немножко сглаживает, конечно, но... Так или иначе, и мозг немножко сглаживает. Видали, я убираться стал. Нурк, тебе пора открывать ресторан. Спасибо большое. Обязательно. Так, ну-ка, подождите. Больше, попаду? Меньше. Аксаларти, господи. Сколько там опять прогружается? Полдня. Жесть, сколько это, чат? Напишите, я не вижу, пожалуйста. Спасибо большое, что так радуетесь, но я 100, еще 100. Так, короче, Аксаларти, я посвящаю этот бросок копья тебе. Сейчас, это должен быть хороший бросок копья. Ха! Ухрена! Видали? Слушайте, а тут вроде стекла бьются. Жесть, звук так. Блин, прикольный звук. Между нами твой донат, и я тебе богат. Мама, я хочу форель. Тир 2? Есть форель дома. Форель дома. 10 тир вторых? Так мы еще один забгол закрыли, еще один смайлик. Так, я... Жесть, Аксаларти, спасибо большое. 100 тир вторых, это же... Же у людей будет еще смайлики дополнительные, которые получили эту подписку. Так, ну смотрите, это реально удобно. Слушайте, а нет случайно хаус-флиппер в VR? Я поиграл. 10 в скобочках 100. Так я сказал 100, я сказал 10. Конечно, я сказал 100. Вот у меня только с одним проблемы. Вот это вот, зараза, гриб какой-то вырос. Жесть, трюки, это просто ставь лайк, подписывайся на канал. Видали такое когда-нибудь? Жесть, 100 по тир 2. Это как 200 выходит. 200 сабов за раз. Охренеть. Спасибо большое, Аксаларти. Так, а он липнет к чему-нибудь? А что мне надо готовить? Не менее 30 славы. Вы быстро освоились. Так, стейк лосось, это я умею. Так, давайте быстро, быстро, быстро. Итак, побежали. Нужна кастрюля, у нас нет кастрюли, это занято там борщ, потом разогреем. Спасибо большое Космея за подарок. Так, так, сейчас нужна еще одна кастрюля. Сковорода, сковорода. Сейчас сделаем, быстро. Давай, давай. Маленькая кастрюля. Маленькая? Нет, мне большую надо. Большая кастрюля, господи, купить. Так, все. 700 там надо было. Нет, и литр надо было, литр, точно говорю. Да ё-моё. Так, 150, 150, 150, 400, 500, 700, 800, 900, все. Литр, стоп, я пролил чуть-чуть. Литр, все, все, все. Некогда выключать воду. Блин, не та. Да? Есть газ, есть. Ох, так, картошку туда накидать две штуки. Возьмем в две руки. Спасибо большое, Дизор Арт, за новый саб, судя по всему. Спасибо, вот тебе картошка. Собственно, в честь этого. Так, хоп, накидали. Варится, варится. Дальше лосось. Как же я крут, это трюк, и я им горжусь теперь. Так, лосось. А как вторая дверь открылась? Да... Ладно, некогда. Так, лосось, лосось. Шлеп. Дальше. Соли, по-моему, надо было там 5 грамм. Перца, по-моему, надо было 5 грамм. Так, это пока сюда. Аккуратно, тихо, спокойно. Где гриб? Гриб.
Масла нету, масла, блин, я все масло просрал. Надо заказать. Так, жидкости. Подсолнечное масло купить. Та-та-та-там! Та-там! И смотреть. Гений, смотреть. Оп! И сразу в мусорку. Так, сюда тоже чуть-чуть капнем. Так, 10 миллилитров, по-моему. Есть, есть. Лосось! Настало твое время. Так, у тебя что? Картофель? Картофель варится. Прекрасно. Так, лосось жарится. Лосось не жарится? А, ну да, я не включил. Это скример! О, скример! Все на хоррор-стримах ставят себе скример. Убийцы на поваре. Спасибо большое. Так, картофель жарится, все нормально. Еще чуть-чуть, еще чуть-чуть. Он должен быть с корочкой, должен свариться с корочкой. Так. Нужна... Ладно, возьмем большую тарелку, а то что-то не влезает. Сейчас. Блин, как тяжело быть Человеком-пауком. Так, раз. Ой-ой. Два. Так. Давай-давай, придавим его. Да в смысле? Да. Почему он перестал же? Нет, это, тихо, тихо, борщ, тихо. Ну жарься, блин, ну что тебе не так-то? Все, жарится. Опять небось угораете. Все нормально, здесь с борщом все хорошо. Масло кончилось? Нет, нет, с маслом все окей. Так, лосось горит. Картофель уже есть. Аккуратно. Оп! Да ну! Да пошли вы все! Что это такое? Так. Да вы что там, слились, что ли? Картошка, хоп. Картошка, хоп. Это будет соком, короче, соком, как пельмени, знаете, с бульоном. Примерно настолько же хорошо. Так, надо бы прожарить с другой стороны. О. Так, и... Жарься, жарься, а покупатель надо мною сжалься. Так. Опять он кипятком ноги аж парит. У меня их нет. Не переживайте. Все, и что там надо было? Ничего, это самый простой рецепт. Сейчас я возьму эту тарелку. Вот весь бульон и вышел. Видите, как хорошо. Клиент будет доволен. Оп! И все. Да иди ты. Пожалуйста, еще и по времени уложились. Да в смысле? А что ему не понравилось? Ну-ка. Идеальный гость. Вода, ненужный продукт, масло, недостаточно, стейк, лосось, черный перец, вареный картофель, ненужный продукт, соль, недостаточно. Подсолнечное масло. Да нормально, блин, маслице добавить, картошка лучше будет. Техника. Просто душнило пришел в ресторан. Можно так это назвать. В ресторан пришел душнило. Так, давайте сохранимся. Я же чуть-чуть это вспотел. Не-не-не. Сохранимся. Так, новое сохранение. Сохранить. Танец. Так, и все получается, выходим из игры. Оу-оу. Сейчас ко мне домой попадем в Steam. Только я... Он абсолютно дефолтный, поэтому... Ничего. Вот иногда просто жесть как плавит. Вот сейчас видите, что это?
Я не понимаю, иногда просто жесть как начинает плавить. У меня несколько раз зависал намертво компьютер из-за VR. Несколько раз было такое. Раз пять точно уже зависал. Скриншот снять. Какой скриншот? Выйди меня отсюда. Сейчас чат. 2 FPS. Больше. Гейминг. А представляете, оно в разных глазах по-разному обновляется. То есть, типа, в левом глазу у тебя уже новый. Новый кадр, а в правом еще нет. Представьте, как это бьет по мозгам. Так. Ой. Все нормально. Все работает. Не переживайте, сейчас. Сейчас. Одним больше, одним меньше. Что, сдохло твое ведро? Так, все, я здесь. Вот я говорю, иногда, вот сейчас прям была та ситуация критическая, когда завис, типа, Аркаша.